Еще хочу снять такое вот коротенькое видео, чтобы одинаковый размер получался. Сделал вот такое вот лекало, стопор чуть-чуть повыше, ну, уголки обычные. И радиус сохраняется один и тот же. И здесь также стопор, уголок, то есть профиль накладываю, обрезаю, и он у меня одного размера получается. Это нужно будет потом, когда стыковать. Вот такие вот они заготовки. Ну вот как-то так. Всем привет. Хотелось бы снять еще коротенький ролик по стойкам, то есть как они делаются, как делается лекало, и примерно представление, что было. Так, вот это у нас верхняя часть, этот промежуточный приваривается профиль, и приваривается вот такой уголочек, ну, кусочек профиля, то есть. Вот, то есть стенка у нас, упор на верхний профиль, боковой, он идет вот на такие мебельные болты, ну, меньшего только размера, вот, с закругленной шляпкой, чтобы не повертить сотовый поликарбонат. Вот такая вот двойная жесткость получается. Мало кто так делает, но я знаю, кто так делает. Похожее. Одно из, я бы сказал, лучших вариантов. Что думаете по этому поводу, пишите. Друзья, всем привет. Очередной отчет по усиленной теплице. То есть, как это все происходит, как варится. Друзья, всем привет. В общем, сегодня у нас 1 мая. Праздник. Всем с праздником, кто сегодня будет смотреть ролик. Вот такая, в общем, получается тепличка. Усиление. Папа-мама разборная. Ну, так-то больше... Это вот я показываю лекало, как чего варится. Но так-то больше хотелось все-таки показать, какие фермы получаются. Вот получаются вот такие вот фермы. С двойным усилением. То есть здесь крепится у нас на два болта. Дальше идет, упирается сюда стойка. Держит вот эта верхняя часть. И вот эта часть, она держит нижнюю стойку. То есть двойное усиление. Уйти никуда невозможно. Здесь будут навариваться еще папы, которые вставляются промежуточные мамы. И вот такая вот ферма. Все это будет зачищаться, краситься. Думаю, завтра выложу более интересный ролик уже. Ну и потом, когда соберу тепличку, тоже покажу ролик. В общем, вот он просто супер мега короткий. Здесь 3-метровая вот эта вот вся длина, ширина теплицы. Я ее резать не буду. Здесь у нас видно, вставляется папа-мама. Папа-мама. Это верхняя, это лекало идет на дуги. Вот, а снизу, если посмотреть, здесь будет разрезаться. Как объяснить, вот тут вот будет разрезано, здесь разрезано, и здесь также будет папа-мама соединение. Здесь вот папа-мама соединение будет, чтобы можно было теплицы отправлять в другие города Российской Федерации, и чтобы люди могли наслаждаться, пользоваться. Гарантия на все это сооружение больше 10 лет. Вот так вот. Заказывайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Самое главное, пишите комментарии. Вот. Чтобы, если у кого-то есть какие-то более интересные деловые предложения по разработке данной теплицы, примем к сведению. Ну и сделаем лучше из лучших.
Всем пока. Так вот идет процесс сварки. А это у нас нарезка комплектующих. Первое мая, все в работе. Ну а там, как я уже показывал, фермы. Фермы, они также регулируемые по высоте, чтоб получалась, ну, такая ровненькая теплица, только не такая вот, а вот такая вот усиленная и хорошая. Ну как-то так. Друзья, всем привет. Приехали на обед, на объект. Вот она тепличка, карбонат. Вот еще тепличка привезли. Усиленная, супер усиленная, мега усиленная, я бы сказал. И вот здесь она будет установлена на вот тот брус. Ладно, ждем продолжения. Разогрели густой праймер и обрабатываем подложки, включая и сам брус. Брус 100 на 200, поставили на ребро. Немножко в одном месте гниловат, но в основном он весь хороший. То место, которое гниловато, но я так думаю, с проветриваемой стороны и с обратной стороны все хорошо. Все это будет соединяться дальше. Пока так. Что, продолжается сборка теплицы. Установили фасады. Шаг 66. По центрам идет двойная. И здесь тоже начнем. Ну, потом полностью соберу, покажу. Друзья, всем привет. Наступил следующий день сборки. Немножко упростили, то есть мы конструкцию собираем вот. Вот так, а потом мы ее уже будем выравнивать по верху, по крыше. Пока все выглядит вот так. Это, наверное, не совсем интересно пока. Более детально, конечно, я могу со штативом, наверное, снимать, показывать, как это все происходит. Сборка теплицы продолжается. Теплица только что-то как-то высоковатая получилась. Постараюсь ее показать издалека. Двери пока завязаны, чтобы не болтались, потому что шпингалеты еще пока не прикрутили. Вот как-то так она выглядит издалека. Теплица, конечно, клевая, слов нет. Все просто супер. Усиленная до невозможности. Все, пока небольшой перекур. Нужно подогнуть язычки. А то что-то у нас электроинструмент. То работает, то не работает. Ну так-то, конечно, шуруповерт не работает в основном. Сверло, сюда. Вот теплечка. Высота по стенке 1,85 м. Здесь 2,30 м. Это высота 2,30 м. Короче, очень высокая теплица. Ну, естественно, она максимально усиленная. Шаг идет 66 по осям. Серьезная теплица. Вот такая вот получилась тепличка. Сейчас
будем все выравнивать, выставлять диагонали, все полностью. Они уже стоят диагонально, но еще более точно, более детально. Везде будем прошурупливать, грубо говоря, саморезами на стратегически важных местах. И потом у нас пойдет сотовый поликарбонат. Но еще нужно будет засверлить здесь вот еще ниже, добавить упоры жесткости. Что, друзья, вот такая вот тепличка получается. Вот на таких вот болтах идут соединения. Можете посмотреть. Здесь у нас наверху везде папа-мама, папа-мама, папа-мама. Такие вот болтики. Они идут оцинкованные. Теплица, конечно, очень высокая. Миллион раз об этом сказал. Ну, вот видите, да? Высота теплицы. Ну или меня сними, я покажу, попрыгаю тут, поскочу. Ну, вон, сюда вон, посередине стой. Сюда, то я дверка достану. Рост у меня 1,74 м. Сейчас покажу, как дверки, чтобы они пока замки не стоят. То есть они закрываются вместе с порточкой. Вот они закрываются, там будут привариваться стопорные уголки здесь вот, или сверху. Если мы хотим отдельно форточку, то есть мы открыли, отдельно форточку открыли. Надо нам открыли, закрыли, все. А что, мне форточку открыть, закрыть, мне вставать сюда приходится. Я не знаю, заказали 1,85 м по стенке, а по высоте она получилась 2,30 м. Короче, теплица клевая, на ней машины, на машине можно повиснуть, показать этот. Сейчас повиснешь. Я не достаю, дядя Ренат, отойди немного назад. Я запрыгну на нее. Вот сюда. Вот как-то так. Короче, клево. Вот это я понимаю. Вот это теплица, друзья. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. Ждем продолжения. Вот он. Первый листик. На крышу. Лег. Вот как-то так это выглядит. Защитный слой ультрафиолета на месте. Он остается сверху. Нижний слой рекламный к ним прикручивается. То есть он изнутри. Там все чистенько. Близится вечер. Закрыли вот так вот торцы. 3,20 по верху, 3,40 у нас получается длина листа по крыше. И вылет у нас, ну, такой нормальный вылет, сантиметров, наверное, 15. Но это лучше. Вот. Так вот получается. Скрою стяночку, еще сниму видео, покажу. Всем пока. Пока вот мы находимся на таком вот уровне. То есть закрыли верхнюю торцевую, закрыли верхнюю другую торцевую стенку. Пока выглядит все вот так.